Дорогие друзья, Славянский базар, на котором за 28 лет выросло целое поколение, полон добрых традиций. И одна из них – чествовать в день открытия замечательных, состоявшихся уже артистов, чье творчество способствует укреплению дружбы между народами. В нынешнем году специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию мы вручаем выдающейся певице и доброму другу не только Беларуси, но и России. Это народная артистка Украины Таисия Повалий. У нее особая история. В свое время она стала победительницей конкурса молодых исполнителей здесь, на этой сцене. И сегодня ее имя заслуженно засияло на площади звезд нашего базара. И поэтому пусть творческий путь этой прекрасной певицы, красивой женщины, станет достойным примером для всех, кто делает первые шаги в мире музыки. И, конечно, для юного обладателя гран-при международного детского конкурса, который сегодня выйдет на эту сцену за своей, может быть, первой наградой. Хотелось бы, чтобы судьба этого призера сложилась точно так, как у Таисии Повалий.